Всем привет, с вами Аурум, и вот сегодня этот день настал, когда нам доступно кладбище. Это новая легендарная карта, которую все так очень сильно ждали, и ждал ее и я. Поэтому сейчас попытаюсь открыть супермагические сундуки и попытаюсь ее найти. Как вы знаете, у меня абсолютно все легендарки уже открыты, не хватает всего лишь кладбища. Ну что ж, давайте для начала соточку баксов задонатим, получим 14 тысяч гемов и на них откроем супермагические. Готово! Короче, сегодня готов я задонатить максимум 28 тысяч гемов, больше даже не просите, Supercell не заслужил. За последнее время прям очень вообще не заслужил. Поэтому, если за 14 тысяч гемов сейчас вытянем легендарку, найс, на этом и остановлюсь. Не вытянем, задоначу еще 100 баксов, и вот это будет последние 100 баксов в сегодняшнем видосе. То есть 28 тысяч, мой лимит. Для начала открываем все сундуки, которые у меня есть. Не думаю, что тут что-то есть интересное, прям такое, и на самом деле его нет. Можно это все дело промотать. И вот наш заветный супермагический сундук. Вероятность выпадения легендарок вы можете посмотреть на сайте funroyal.com. Ну а в двух словах могу сказать, что где-то примерно в каждом втором супермагическом сундуке на данный момент должна быть легендарка. Золотишко. Разряд. Будем считать карты. То есть попробуем, по крайней мере, их считать. Вот три эпика. Значит, рыцари. Рарки. Опять рарки, нужны эпики. 7, вроде бы все на мази, но нифига. Но нифига вообще подобного, и леги мы не получили. Еще остается у нас как минимум 2 сундучка, поэтому не будем терять времени. 22 эпических карты здесь. Золото, ну сейчас точно должна быть лего, и сейчас должна быть именно та лего. Две. Ледяной голем почти 8 уровня, я его сейчас не юзаю, поэтому пофиг. Орда миньонов хорошо. Фак, сейчас должно быть прям 22 эпика. Нет, нифига, 10, и понятно. Вау, вот это конченый нефарт, я прям... Все, здесь точно лего и точно та, которая нам нужна, но вы понимаете, Supercell хочет сэкономить 100 баксов Аурума на сундуки, ну гадалки не ходи. Так, это можно даже промотать. 5 ледяных големов. Подозрительно. 2 темных принца. 63 хижины. Опять рарки. Орда миньонов. Кстати, почему-то падает орда миньонов просто как из рога изобилия. Что это такое? Сейчас должно быть дофигища. Прям опять эпика. 20 гоблин... А, фак, подождите. 20, это значит, сейчас будет что, 2 эпика? Нет, спарки, блин. Нафига мне это спарки сейчас? Ну, к чему она? Вообще, 7-я, понимаете? 7-я спарки. К чему она? Как вы мне бросаете эти карты? Мне нужно кладбище. Кладбище у меня 0. Спарок было 6. Зачем мне спарки? Бред. Окей, как от сердца отрываю. Еще соточка. 14 тысяч плюс на счету, хорошо, ну, ребят, 3 сундука минус, ну, типа, 1 спарки, но это, блин, на данный момент это та самая карта, которую я бы точно не хотел вытянуть. Почему? Когда бревно было непопулярным, я только его вытаскивал. Теперь, когда бревно тащит, мне падают спарки. Ну, в принципе, найс. Вот мне смс-очки приходят, что денежки списанные. Короче, окей. Фу, просто свои кровные, действительно, отрываю от сердца. Так, 1 эпик. Не очень хороший знак. 7, это 8 эпиков. 114. Так, а вот это хороший знак, и мы... так, сектор приз на барабане. Давай, пожалуйста, давай, кладбище. Давайте, ребят, кладбище, кладбище. Дровосек, ну неплохо, но не кладбище ни разу, ну неплохо, но не то. Не то, окей, гол еще. По идее, еще должна быть одна легендарка. Ну вот, если вероятность правильная, ну там типа одна лего на 2 сундука, то еще с 2 следующих сундуков должна быть одна лего. Поехали. Ну я думаю, не в этом. Да, уже очевидно, что не в этом. 137 рарок. А нет, стоп.
Стоп, 23 эпика и 137 рарок. Я не помню, сколько просто там рарок будет. Я сейчас, если сейчас упадут рарки, просто все эпики только что выпали. По-моему, сейчас лего и, по-моему, кладбище. Вот я не знаю, почему. Блин, спорьтесь. Я не вижу, я просто вас не вижу. Вы помните, когда только появилась Спарки, она была настолько имбовой, ну, типа, как только она появилась, никто не умел против нее играть, и она мне очень долго не падала. И теперь почему-то какого-то фига она мне падает второй подряд, где ваша логика, Суперселл, у меня нет одной легендарки, вы мне ее не даете. И последний сундук, который мы... Больше 28 тысяч гемов донатить, правда, не буду. Ну, нет никакого желания, да и дикий бешеный рандом, нахер он мне такой вообще нужен. Поехали. Капец, ну вот смотрите, я вам еще раз покажу перед... ну, не хватает просто, вот не найдено кладбище, одно не найдено, да и все, не найдено. Предстоит найти. И падает две спарки подряд, можно сказать. Че за бред? Ладно, один сундук остался, очень вряд ли сейчас будет лего, но 136 рарок, да. Обычные. Орду миньонов практически вкачали до 13 уровня. Тоже вот бред собачий, у меня куча рарок невкачанных, орда миньонов. Ну где вы, Суперселл? Вы помните, вы реально себе помните, который раз падает орда миньонов? Я вам сейчас покажу остальные свои комонки, но нет у меня 4000 никаких комонок. Орду миньонов я никогда не заказывал ни в каких запросах, я вам отвечаю, никогда. Здесь у меня уже 4200, вот я сейчас вам покажу. Ладно. 35 рарок, опять обычные, эпические, ну понятно, рарки и опять эпики. Ну, все, ну, рип, блядь. Кладбище, встретимся с тобой в другой раз, ну вот комонки, да, вот, ну, кстати, стрел тоже достаточно много, а так комонки мои 1000, здесь тоже, если так, по арене, зачем я это сделал, по эликсиру, вот, то есть... Ice Spirit, которого, кстати говоря, часто юзаю, 1200, никому не доначу. Гоблин 2000, Зап 1300. То есть здесь тоже 1200 получается. В общем, короче говоря, а мухи, пожалуйста, 4200, практически 13 уровень. Где ваша логика, супа съел, я не знаю. И кладбище, нет кладбища, блин. В общем, правда, действительно обидно. Если вам тоже точно так же обидно, как и мне, поддержите меня лайком, напишите свое мнение по поводу двух спарок в одном открытии кейсов, ну, в плане в одном видосе, две спарки и нет кладбища. Тоже, ну, короче, блин, бред. Как всегда, мне не фартит в таких вопросах, но, не знаю, опять же, если вы поддержите меня лайком, буду очень сильно благодарен. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.